центре Мелитополя средь бела дня произошел взрыв белого автомобиля Duster. Что стало причиной, пока неизвестно. Сейчас видно, как пожарная бригада тушит автомобиль. Это недалеко от входа в центральный парк Мелитополя. Предновогодняя суета, очень много людей. Информации о пострадавших пока нету, но можно было видеть, на улицах разъезжались кареты скорой помощи.